Дубль три. Всем привет, дамы и телезрители. Сегодня у нас на обзоре Балтика тройка. Легендарный вкус. 92 года. 92 года. И сейчас мы будем дегустировать данный напиток. Охуеть, она даже так открывается через этикеточку. Этот звук 92 года. Нужно понюхать крышку. О, этот запах, господа. А чё, чем она пахнет? Попробуй, позанюхни. Пивом. Пивом пахнет. Ну что, господа.